Да, я, конечно, в детстве мечтал. Для меня Антарктида, конечно, пришла как не получится вообще. Вслух не озвучивал и себе боялся признаться, что я окажусь на 6-м континенте когда-либо. Можно назвать это страхом, но в какой-то момент, я так думаю, буду называть это познанием. Когда показываешь фотку, на чем ты идешь по проливу Дрейка, ты там крутит у виска и говорят, ты завещание написал? А я написал. Я понимаю, что я еду к чему-то неведанному. Ну, я хочу это ощутить, Но когда это спрашиваешь у команды, то некоторые так глаза округляют. Я понимаю, может быть, я слишком этого хочу. Всегда я немножко там боялся моря, укачивания и прочего, да, первый раз. Я не хочу ничего ожидать. Я вот, знаешь, раскрываю так руки и говорю, Господи, вот пусть будет как будет, и я буду счастлив каждому дню, который ты мне даришь. Поэтому я готов ко всему, что будет. Ну, мой самый главный страх – это что не все участники нашего комбатура попадут в Антарктиду. Не на себя. Мне кажется, на веревке не хватит. Погиб. Давай, принимаю. Оп. Есть. Срочно надо было убирать гик. И вот мы его скрутили. Будем обвязывать. Мы стизнюем парус. Когда мы шли через пролив Дрейка ночью, когда была вахта Максима Батырева, у нас разорвало парус. Вот, один из парусов. Нужно правильно шить. Тут очень идет тройная нитка, если обратить внимание. То мы сейчас прошиваем основной центральный шов. Тут идет около 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 отверстий. И нужно понимать, в которую ты сейчас вставляешь и вытаскиваешь. Достаточно трудоемкий и очень длительный процесс. Порвали парус. У нас действительно, представляете, порвало парус от сильного ветра, и нашей команде пришлось помогать непосредственно команде корабля зашивать этот парус. Всякое может происходить в экспедиции, и мы к этому были готовы, и готовы были наши участники, чтобы с этими трудностями справляться, помогать команде. Как бы то ни было, как бы ни была спокойна наша команда, с нашим кэпом, я понимаю, что происходило на самом деле. Ну, это были не шутки, это были шторма. И мы на железном судне, могла подвести техника, могли подвести люди, могла подвести природа. Я за эту ночь даже не сомкнул глаз, ну, максимум там на час. Чтоб ты понимал, это выглядело следующим образом. Ноги у меня поднимаются вверх. Я откатываюсь, ударяюсь головой об стену, и вот так продолжается много раз. Пролив Дрейк – это не пролив, это прачечка, которая тебя простирает, уберет с тебя пену, уберет с тебя грязь, проболтает еще раз, потом ты оттуда выйдешь другим человеком. Получается, я выпал на целый день, но знал, что моя вахта по кухне. И думал, к вахте по кухне я должен быть молодцом, потому что тут нельзя подвести полный состав. Вот, поэтому я напился таблеток и пришел. Я понял, что когда ведешь с кем-то диалог, беседу, то действительно отвлекаешься и уходят вот эти думки об укачивании, вот этой неприятной тревожности. Когда тянешь парус, и когда ты надо его поднять, и у тебя нет сил во что-то упереться, и просто мы держимся пятером за эту веревку, и нас болтает вот так вот влево-вправо, влево-вправо. И кто-то начинает кричать, раз, два, три, хоп! Раз, два, три, хоп! И пошли, и как бы раз, пошел, оно получается, с последних сил уже руки не держит, но
Но парус все-таки он поднимается, и понимаешь, что теперь пойдем быстрее, теперь будет лучше. Два года назад пришла идея все-таки отправиться на Южный полюс. Когда-то этот проект казался настолько амбициозным, что мысль об этом прям будоражила уже. И казалось, даже нереально невозможно. В Антарктиду куда? Я случайно гадал на глобусе, куда мы поедем через два года. И пальцем ткнул в район Антарктиды, как раз в пролив Дрейка. Антарктиду открыли наши два великих мореплавателя, Беллингхаузен и Лазарев. И все люди, которые открывали острова в Антарктике, они же ходили именно на кораблях. Нам хотелось, как настоящим предпринимателям российским, пройти лично и прочувствовать, что это такое пролив Дрейка, что это такое быть на небольшом суденышке, когда вокруг шторм и волны. Я все время говорю, что не бывает перехода на новый качественный уровень без боли. Сегодня я должен был быть в Новосибирске и улетать в Екатеринбург. Обычные рабочие будни должны были нас приветствовать на этой неделе, но, как оказалось, мир гораздо интереснее, чем ты предполагаешь иногда. А Антарктида – это такой маневр, который, мне кажется, я даже осознанно бы и не совершил. Весь прошлый год я готовился к тому, чтобы в этом году начать заниматься новыми проектами своими, а для того, чтобы заниматься новыми проектами в будущем, о котором я сказал, нужно дать возможность прошлому жить самостоятельной жизнью, без такого внимания, которое ты оказывал ему раньше. Каждый человек, наверное, имеет не такое большое значение, как он сам себе придумал для себя. Потому что мы все-таки важные, у нас бизнесы, все вокруг нас вертится. И вот мы пропали на 2,5 недели вообще из этого мира. Я сказал, немножко умерли. И надо немного себя приземлять. Понимать, что не такой уж ты значимый. И получать удовольствие не только от своей деятельности, а от того, что просто ты живешь. Вот каждый день своей жизни кайфовать, максимально наслаждаться этой жизнью. Потому что не все далеко от тебя зависит. И без тебя тоже будет хорошо. Недавно завис в сосновом зимнем лесу и чувствовал, что меня включили в розетку. Прям стою в тишине несколько минут без мыслей и наполняюсь. Прям чувствую, как вау, силы растут. И у меня, наверное, такой вызов попробовать это же прожить в Антарктиде. Когда я находился в аэропорту Шереметьево, я сказал, что основная моя цель – прибытие в Антарктиду первым из своего рода ступить на эту землю. Никто из моих предков, которые изучены до седьмого колена, не был в Антарктиде. Я хочу быть первым, но не последним. Не последним. Я хочу, чтобы мои дети, внуки, правнуки побывали здесь. Каждый человек, который в Антарктиду попал, является априори лидером. Мне хочется ступить на шестой континент не просто для того, чтобы галочку поставить, что я здесь был, а для того, чтобы притронуться к легендарным личностям, которые завоевывали этот материк. Важная особенность нашей экспедиции – это то, что мы в группе предпринимателей стали настоящими моряками. И чтобы настоящие впечатления остались с тобой на всю жизнь, важно быть участником, не зрителем, а именно участником того, что с тобой происходит. Безусловно, мы делаем все то же самое, как делали 200 лет назад. Единственное отличие от того, что у них не было айпада. А так все то же самое. Те же холодные брызги, та же вся палуба во льду и уютный очаг кают-компании. Страх большой воды, он имеет место быть, вот, но он во мне возбуждает внутренний энтузиазм. Знаешь, когда ты в 36 уже забрался на самый потолок в индустрии, вот, ну как-то это, блин, это не предел моих мечтаний.
то есть у меня нет такого, что там это там ад работы и какая-то боль, да, а здесь там отпуск, отдых и прочее, да. Просто жизнь. Ты просто живешь инсайты. Обычно в комбатурах у меня это приходит, то есть какие-то осознания. Вот. Но опять же, общение с людьми, то есть это такая как бы благоприятная атмосфера и время, чтобы получить такую информацию, такое ощущение. Я понял, для чего вот наши ребята, наша команда, они сюда идут. Они идут не только для того, чтобы нас отвезти, какую-то там коммерческую прибыль получить. Они хотят это увидеть заново. Идем на шхуне, на небольшой шхуне через пролив Дрейка. Едем на уникальном корабле. Мы с вами прям конкретно шли на Амазоне. Это, в принципе, в 10 раз больше, чем Бавария. Но в то же время, ребят, ну это мы с вами вот действительно прям прошли. И мы с вами попали в шторм. Давай эту примерим мне, чтобы она у меня висела, смотри. Чтобы она у меня, ну, не висела, а тоже так обрамляла, но не без напрягов. Чтобы не было, наверное, пустых мест. Не болталось, что ли? То есть это вот так. Хотя, может быть, и чтобы болталось. Давай немного. Посмотрим. Давай, давай, давай посмотрим. Да. Ну, чуть пониже, может. Вот. А, у Сережки есть прям надписи. Антарктида, комбатуры и ПС Дрейк. Что вообще творится на корабле сегодня? Что за день? Тот самый момент. Господи, и всего-то! Класс, вот это денек. Паша, мужик, во-первых, он пришел в пролив Дрейка. Во-вторых, он сказал и сделал. Я очень уважаю таких людей, Паш, ты красавчик. Это осознанное решение. Я это делаю первый раз, я это делаю первым на корабле. Вообще идея именно проколоть ухо родилась, естественно, ну, потому что есть легенда или поверье, что все, кто проходит пролив Дрейка, это самый опасный, самый большой, глубокий пролив, пролив вызов. Могут, имеют право вот проколоть себе ухо. Ну, то есть никакие другие намеки, никакие другие контексты, подтексты. Это чисто фан по поводу того, чтобы на моем теле где-то остался след после этого путешествия, антарктического приключения нашего. Реклама делится условно на два блока. Те, кто создают картинки, ролики, те, кто их размещают. Я вот из тех, кто их размещает. Что я буду делать, когда я выйду на рынок Москвы и Московской области? Что я почувствую, что я, как я это ощущу? А внутри меня что будет? Что будет, когда я ступлю на землю Антарктиды? Дал щит и тот самый игрушечный меч и начал проигрывать. Я падал с высунутым языком, изображая убитого дракона, превращался в мертвый дух папы, перетал с грустными песнями о том, что меня победили. Снова нападал и падал так много-много раз. Я видел его радость и слышал смех, и мне хотелось все больше и больше радовать его, да, возможно.
Я, когда учился в школе, довольно неплохо знал географию. Но никогда в школе не рассказывают о том, что рядом с Антарктидой находится хороший остров, большой кусок земли, который назван в честь города Смоленска. Вот мы наконец подошли к берегу острова Смоленск. К сожалению, погода не позволила нам выйти на берег. Ветер больше, чем 20 метров в секунду. При таком ветре просто лодки переворачивает. Слава богу, мы все в куртках Didriksons, и даже такой сильный ветер, если вы слышите, почти не ощущается. Можно находиться на палубе и не прятаться в каютах. Ну что, к сожалению, нам не удалось все-таки попасть на остров Смоленск. Ножками сойти не получилось из-за сильного ветра, поэтому двигаемся дальше. Перед нами Deception. Ветер очень сильный, поэтому принято решение отойти от берега. Я очень старался людям показать Deception, вопреки немного здравого смысла, потому что все-таки мы понимали, что погода усиливается, но там сейчас погодные условия были сверхтяжелыми. Держать Амазон, то, как я это делал, было достаточно сложно. Ну и плюс мы положили, наконец, этот якорь. Якорь вспахал там 15 метров траншеи, и нам пришлось судорожно туда уходить. На самом деле классный опыт. Пришлось большим трудом собирать все эти веревки очень быстро, поднимать из воды зодиак, ну и, собственно, принято решение выходить из кальдеры, потому что погода ухудшается. Друзья, сегодня особенный день. Наша антарктическая экспедиция подошла максимально близко к острову Смоленск. Мы сегодня поднимаем флаг, знамя города Смоленска, потому что хотим приблизиться к нашим историческим истокам и напомнить мировому сообществу, почему и из-за чего этот остров назван городом Смоленском. Мы находимся у берега того самого острова, которого назвали Смоленском в честь Смоленского сражения времен наполеоновских войн. К сожалению, именно сейчас, из-за того, что ветер больше, чем 20 метров в секунду, нам не удалось высадиться на этот остров. Но мы пойдем вдоль берегов и обязательно выйдем на его берег, чтобы еще раз поднять флаг Смоленска и Российского военно-исторического общества в память обо всех географических открытиях наших великих русских моряков. Такое ощущение, что у меня дорога по океану, она продолжается. На пути к Антарктиде, ну, мне кажется, уже месяц точно. Все какое-то предвкушение, жизнь в предвкушении. Такого ощущения нету, как что я нашел. Очень необычно смотреть на большие глыбы льда и ощущать себя где-то...
Я вообще очень много путешествовала. Но я всегда знала, что вот север – это мое. Вот снега, льды, природа, где ты чувствуешь, что вот здесь человек, он так немножко только вот где-то касается ее, но в принципе это вот целый мир, который живет своей жизнью, и вот нас тут нет. Она совершенно нетронутая. В первую очередь такое вот ощущение какой-то чистой природы. Вот я такого, наверное, ни разу в жизни не ощущал, не испытывал. Антарктиду нужно беречь. Несмотря на ее мощь, суровость, мне кажется, она очень хрупкая. И нам действительно здесь нужно быть хорошими гостями. Беречь ее и пытаться сохранить ее для наших детей, внуков, правнуков в том состоянии, в каком она есть сейчас. На гору произошло такое какое-то маленькое ослепление, такое синеватым цветом. Я что-то так зажмурился и открыл, как туман в глазах такой возник. Что ли, такое подобие белого листа. Подобие затуманивания своих всяких ненужных, может быть, мыслей на текущий момент. Вроде как добрая, но при этом очень жесткая такая. Такая атмосфера, такая с опаской, то есть не минуты расслабления. Белый лист, но без расслабления. Вот я вот так вот чувствую. Как поморник, который сидит тут на краю. Смотрит куда-то вдаль, но при этом наблюдает за нами. Я себя поймал на мысли, что у меня кружится голова. Великая, безразличная к нам, а мы такие какие-то снежинки, песчинки для нее. Вся шелуха как в море, и в таких местах она отпадает, и остается все самое важное и главное. Друзья, мы прибыли на секретный объект. Это военная база чилийцев. Именно здесь чилийские военные разработали целую армию смертельного оружия для людей.
два фактора могут уничтожить человечество, по мнению чилийцев. Это милота пингвинов и их запах. Truth is, this base is a summer base. It works from November to February, March. But because of this thing, of pandemic thing, we haven't received a lot of people. Almost none. Almost none. Actually, we are alone. Yeah, we are. We have our neighbors. They look similar, all of them. Oh, this is a white penguin. Yeah, you're right. In a normal situation, we have some some information that have come people like 6,000 or 7,000 people. For yeah, it's a lot. But today and all this pandemic thing, it's been a problem. And I can say that you're very happy people. I know that Latin America people are very joyful. It's very friendly. And I can see that you are very friendly too. You came here and you share your happiness to us. And that is really important, and I'm really grateful about it. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. En español, muchas gracias. A nombre de la oración. In the name of my crew, thank you very much. We hope that you like our meeting. We wish you a great stay here, and maybe see you next year. I hope so. Кто-то из полярников сказал, что легче эвакуировать человека с Международной космической станции, чем эвакуировать его из зимовки в Антарктиде. И вот я прочувствовал эту фразу, и я когда шел на эти полярные станции, хотя мы зацепили самый краешек, да, но я, заходя на каждую из них, заходя в каждый музей, который был полярной станцией, просто представлял себе, что значит остаться здесь без помощи и без надежды на помощь на следующие долгие месяцы зимние. И эти люди из железа, да, то есть это особые люди. Честь им и хвала. Слушайте, один из самых крутых, счастливых моментов в жизни был сегодня у меня. Когда мы все выбежали, такие довольные, счастливые, увидели землю, играли на гитаре, пели песни, обнимались. Ну, у меня ощущение счастья. Наконец-то мы едем домой. Мне кажется, даже Антарктида столько эмоций не вызвала, сколько берег, который мы видели. Как говорит Максим Вязовцев, мы все-таки земные люди, а не морские. Нам хочется на землю и домой. Поэтому я в предвкушении счастья. Мы коснулись маленького-маленького кусочка. Мы посетили, не знаю, 1% от всей Антарктиды и увидели то, что нас впечатлило на всю жизнь. Если ты увидишь ее полностью, она тебя, не знаю, не сломит. Что такое континент на гробе?
все обошлось, я счастлив, мы возвращаемся. И значит, впереди у нас, блин, столько всего. И мы же такие гордые, мы прошли все это. Можно было это сделать на самолете, прилететь в Антарктиду. Можно было сделать на лайнере, купаясь в джакузи, попивая хорошие виски, не испытывая качки, прийти в Антарктиду, пофотографироваться с пингвинами и вернуться назад, сказать, я был в Антарктиде. Но это будет не та Антарктида, не настоящая. Я от качки начал получать удовольствие, потому что представил себе карусели. А когда ложился спать, представлял себе, что меня, маленького мальчика, качает на руках в колыбели мама с папой. Когда мы шли сквозь льдины, глыбы этого льда толкали, как ледоход какой-то, да, бороздя этот простор. Это что-то невероятное. То есть я не думал, что был более красивый день в моей жизни, чем этот день, когда мы шли через льды в проливе. Справа горы, слева горы, айсберги. Капитан бегает туда-сюда на... На носу стоит матрос, который по рации передает, как ему правильно рулить, лавировать между этими айсбергами. И летает дрон, который тоже ему подсказывает, куда там лучше уходить влево-вправо. А ты в это время, когда кто-то за тебя что-то делает, просто стоишь и кайфуешь, наслаждаешься вот этой красотой. Дроны — это, наверное, даже больше восторг, чем киты. Потому что то есть китов до конца не видишь, пока не посмотришь на съемки с дрона. Льды. Никита, когда нас вез, он сказал, а кто-то хочет облизать айсберг? Да, да, сейчас дайте мне айсберг облизать. Помните, по дороге мы как раз отвечали на вопрос, айсберги соленые, пресные или сладкие? Мне кажется, что он все-таки сладковат. Может быть, это просто вот вкус радости слабый, но мне показалось, что он сладковат. Но очень свежий, то есть это очень свежий, где-то сладковатый. Честно, я готов запрыгнуть на следующий корабль и пройти снова Дрейк и оказаться там, и вот в этом проливе Лемер со льдами, и это было бы прекрасно, но есть реальность в этой жизни. К сожалению, в момент становления предпринимателя мы очень много работаем. Мы отдаем себя полностью своему бизнесу и считаем, что это правильно, но, к сожалению, упускаем важный момент, этот. Те, кто нас ждут дома, это останется с тобой на всю жизнь. А те бизнес-проекты, которые с нами есть, они сегодня есть, завтра они поменяются. Соберу всех, соберу семью, позвоню маме, папе, приглашу всех в гости и сядем, будем смотреть фото, и я буду им все это рассказывать. Я вот так вот запланировал уже. Сынок, привет. Посмотри, сколько пингвинов мама для тебя нашла. Ой, как самолеты ходят. Смотри, почти летают. И вот я думаю, когда мы вернемся домой, и будет у нас минута уединения, тишины с самим собой, я думаю, что в тот момент и придет осознание, что что-то поменялось. Не место главное, не организаторы главное, не то, что мы делаем главное, главное — команда. И то, что у нас получилось в этом выезде, я искренне удивлен и счастлив тому, что получилось. Нет ни одного плохого человека. Я готов с каждым из тех, кто сейчас здесь находится в этой лодке, еще раз куда-то съездить, пригласить к себе в гости, попить чай
и пуститься в самое такое, самое необычное приключение, путешествие. Ребята трансформированы предыдущими комбат-выездами, ребята трансформированными идеями Максима Батырева. Я как-то маленько другой стал. Не знаю, чем объяснить это, но самое главное, что я понял в принципе для себя в жизни, да, какое-то, если событие состоялось, которое оно было негативное, не стоит разбираться в нем. Отбрось и решай эту проблему. Не надо это обмусоливать с кем-то там, перетирать, а вот мы там... Нет, решай. Просто тупо решай и все. Сразу же. Я вот стараюсь это везде применять. Состоялось, решай. Мечта остается мечтой ровно до того момента, когда она осуществляется. Антарктида, конечно, показала первородность свою. Опять, какое маленькое значение мы имеем вот, для этого мира, если мы никому не мешаем, просто живем. Если мы никого не убиваем, если мы просто наблюдаем за этой природой, за этим миром. Как, собственно говоря, и пингвины наблюдают за нами. Они же нам не приносят вреда. Так же, как и киты, и тюлени, и прочие. И надо беречь то, что есть, потому что действительно этого осталось не так уж и много. Thank you.